Макелия келлери является ископаемым и дикарским организмом, представленным только одним образцом длиной около 9 см из усть-пинежского формирования реки Сюзьма и имеет сходство с мелсемией от йоркского формирования и дикарского терригенного отложения, находящегося в зимних горах на Белом море в Северной России. И эти породы имеют возраст около 555 миллионов лет. Царство не определено. Тип. Возможно, рангеоморфы. Род. Бомакелия. Вид. Бомакелия келлери. Описан Федонкиным в 1985 году. Первоначально бомакелия была классифицирована Михаилом Федонкиным как примитивная членистоногая класса паратрилобитов. В самом деле, исследование Вагонера привело к выводу, что бомакелия являлась примитивным аномалокаридом. И он пошел дальше, определять сегменты как цефалоны, являющиеся глазами, делая это существо наиболее ранним известным животным, имеющим вид. Но эта гипотеза не была ни принята, ни подтверждена. Позже экспертиза определила симметрию тела и ветви, как морфологические признаки, напоминающие рангею. Сейчас бомакелию относят к рангеоморфам, имеющим вид морского пера. Возможно, бомакелия тесно связана с китайской парачарнией. Бомакелия питалась саброфагом или одноклеточными организмами. Достигала длины около 9 см, при этом весила от 2 до 5 грамм. И жила от 560 до 555 миллионов лет назад. Ты. Да, я не ошибся. Именно ты. Человек, который запустил данное видео. На моем канале ты сможешь увидеть самое лучшее видео не только про динозавров, но еще и связанное с научной фантастикой. И подписавшись на канал, ты никогда об этом не пожалеешь. С тобой был Дарт Сидиус. Всего тебе хорошего и удачи!